Папа снимает видео. Ну что скажешь? Привет. Привет. А зачем быстро бегала? А чтобы тебя догнать. А зачем от меня убегала? В догонялки играла. В догонялки? Я-то не играл в догонялки. Зерно на капоте. Сейчас выйдем, с капота зерно соберем и хлеб сделаем вечером, да? Блинов состряпаем. Животное поймали какое-то, смотри. Агат, иди быстрее, смотри, тут животных полон. Полон капот животных. Ну вот это наш любимый 6-й километр. Офигенно, я все детство любил здесь кататься. Самая моя любимая трасса. Очень крутая, много лесных дорожек. 42nd Street got Big Jim, a walk out here, pool shooting son of a gun. А ты кто? Что? Да что ты спрашиваешь, если ты сам знаешь? А кто будет смотреть эту запись, ты знаешь? Вдруг они не знают, как тебя зовут? Чего? А кто? Ну я не знаю, кто. Детки твои будут или внуки смотреть. Ты-то вырастешь, состаришься, а запись останется. Так что передай своим деткам привет. Привет. Как ты их назовешь? Пока. Ну что ты, тебе уже сколько лет? Ты еще не думал об этом, что ли? Агат, а у тебя есть на примете какой-нибудь мальчик-то, который тебе нравится? Даня. Даня? О, а что, он красивый? Да. Да? Он очень веселый. Веселый. Что-то ты застеснялась, да? Все, давай дальше не пойдем, Агат. А то потом подниматься, наверное. Два шмеля на одном цветочке, видишь? Эй, чичундры! Ой, ты какой, смотри, какой он такой злой, не нравится, его трогают, тут смотрите. Ладно. Чичундра. Выйду на горушку, посмотрю в долиночку, чинные, чинные десы, дынятку мое, скажи, моя милость, с каких пор любить стала, с тех пор я люблю, как гуляла в саду. Что там за телега? Нам не спал стебы на нее? Ой-ой, скатываемся. Ладно, сейчас скатываться начнем. Придется ее отодвигать. Ой-ой-ой. Вот телега. Ого! Какая большая!
Ну вот, поцарапали чуть-чуть. Ну, ладно. Главное, все живы. Пойдем, выходим. Ага, давай вперед, пролазься, обувайся. О, там закрыто. Я сейчас покидаю тут. Давай, распугай там всю рыбу, давай, давай. А если для блинчика подойдет? Какой-то крутой блинчик, ну давай. Один раз блинануло, да. Давай, поищем блинчики, покидаем с тобой. Тоже, давай. Фига, под водой, смотри, как прошел. Полыни, смотри, жрут собака. Смотри, их тут сколько. Офигеть. Смотри, тут просто, я не знаю, их тонны этой рыбы здесь. Ты смотри, река здоровенная, да, рыбы просто заходишь, кишит рыбой все, кишит. И никто не ловит. Вон, смотри, крупненькие там плавают даже. Еда пришла. Еда пришла. Все, я дальше. Все. Съели тебя, нет? Ну, посмотри, где отгрызли, где? Так, смертельный номер, рогатка прыгает через грязь. Через грязь или в грязь? Только вопрос. Ну давай. Да давай, шаг вперед, не бойся, господи, что ты тележишься? Давай. И давай, шагай вперед. Давай. Че ты боишься? Смотри, я уже теряюсь из виду. Уже вот за дерево зашел. Смотри, вот меня уже нету, я вот так вот раз и спрятался за дерево. Просто шаг вперед сделай и все. Давай, шаг вперед просто делай и все. О боже мой, боялась-то. Капец, монстр трясется, да? Схождение на гору. Боится? Почти вертикально его. Каян, привет вообще. Пофиг. Из Москвы ехали в Шерегеш, да? Просто так? Надо же забраться, наверное. Так, у нас тут небольшая остановка для фотосессии. Вот Каен, казалось бы, дорожный автомобиль, завезет куда угодно. Down like a boat on a wave, we go round like a car on a busy motorway, always in motion, never the same. Наверное, остановимся ненадолго. Тут родничок, сейчас наберем водички свежей.
Не пей, козленочком станешь. Нет, я наоборот хочу напиться. Все, тут уже зона леса заканчивается. Не знаю, там вообще доверху доберемся. Нет, я там на лыжах даже когда катался, до туда не добирался никогда. С подъемники ниже. А вот этот новый подъемник, я тут еще не был, на нем не катался. Но очень надо, да? Останови. Пищит, но лезет. А какой настырный ребенок, а? Лицо красное. Все. Что, мелкая обезьянка, как раньше, вкусно? Да, очень вкусно. Что, дальше поедем? А может, и мне такую набрать воду? Что ж, вот мы уперлись в Курум. Дальше мы уже не поползем. Тут еще немножко есть, конечно, спецтехника тут ездит. Но камни ломаные все. Острые края. Я просто боюсь, что мы сейчас порвем тут резину. Резина у нас совершенно не предназначена, конечно, для таких мест. Немножко постоим, конечно, полюбуемся пейзажами. Поедем назад, уже темняется. Дорога вниз, наверное, страшнее даже, чем вверх ползти. Капец, это уклончик. Insecurity. See, the man has stolen.